храм Иоанна Предтечи, находящийся в Керчи, один из древнейших памятников раннего средневековья не только в Крыму, но и на Украине. Ныне это действующий храм. У историков нет единого мнения о времени его создания. Одни относят его к 8 веку, другие к 10. Храм Иоанна Предтечи – выдающееся произведение архитектуры. Он возведен в византийском стиле с единственным куполом на высоком барабане. До закрытия храма в советское время в нем находились старинные иконы и предметы культа, среди которых была деревянная чаша, изготовленная в IV веке. В XIX веке храму было пристроено дополнительное помещение.